названы топ-10 мощнейших Android-смартфонов. Представленный накануне флагман OnePlus 6 занял в рейтинге третью позицию, а лидировал в списке игровой Xiaomi Black Shark. Авторитетный бенчмарк AnQuantu опубликовал актуальный рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Лидером списка вновь оказался мощный игровой гаджет Xiaomi Black Shark. В то же время третью позицию занял недавно представленный китайский флагман OnePlus 6. Об этом пишет Gizmo. Полный перечень включил 10 моделей смартфонов. При этом все они оснащены топовым процессором этого года, Qualcomm Snapdragon 845. По информации издания, Xiaomi Black Shark в нынешнем месяце сумел показать даже более высокий результат, нежели до этого. Хорошую производительность гаджета обеспечивает не только чип Snapdragon 845, но также объем оперативной памяти 8 ГБ. Следом за лидером идет Meizu 16H, представленный в августе этого года. Гаджет показал лишь немного более низкий результат, который также улучшился в сравнении с предыдущими показателями, а замыкает тройку лидеров представленный накануне китайский флагман OnePlus 6. Гаджет также оснащен процессором Snapdragon 845 и 8 ГБ АЗУ. Топ-10 мощнейших смартфонов месяца. Ранее сообщалось, что компания Google представила свои флагманские смартфоны Pixel 3 и 3 XL с функцией беспроводной зарядки и одинарной камерой. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.